Китайские вазы с селадоновой глазурью и ажурными стенками – одно из особенных достижений китайского керамического искусства. Коллекция фарфора Государственного Эрмитажа по своему составу неоднородна. Большая часть изделий относится к периоду Цин. Это 1644-1911 года, и представляет собой образцы экспортной продукции, которая была изготовлена в Китае для стран Европы и России. Изделий предшествующих эпох значительно меньше, поэтому к удивительному совпадению можно отнести эти два предмета, созданные с разницей в 300 лет. На их примере мы можем проследить устойчивость керамических традиций, уважение к прошлому и невероятное технологическое мастерство, которого достигли мастера-керамисты, создающие фарфор для императорского двора. Эти две вазы обладают очевидным внешним сходством. Однако первая из них выполнена в период династии Мин и датируется 14-15 веками, а вторая относится к периоду Цин. Они покрыты плотной, клубоватой глазурью, которая является одним из оттенков так называемых селадоновых глазурей. Одной из версий, почему изделия такого оттенка начали называть именно селадоны, является то, что в XVII веке во Франции был популярен пасторальный роман «Астрея», в котором главным героем был пастух Селадон, одежда которого была украшена лентами зеленовато-голубоватого оттенка. Также возможно, что название Селадонов связано с именем султана Саладина, султана династии Аюбидов, который в XII веке отправил 40 изделий в такой цветовой гамме султану Сирии. Такого рода изделия изготавливались в южной части Китая. Особой популярностью и известностью пользовались мастерские, находящиеся в Лунцюане. Особенностью этих ваз является сквозной орнамент на тулове, выполненный в виде извивающегося стебля пиона с крупными цветками. Пион в Китае очень популярный символ в искусстве. Он является символом знатности и процветания, поскольку пионы это цветы, которые высаживались в садах императора. Сквозь внешние стенки вазочки можно увидеть еще одну вазочку, которая является вместилищем полезного объема этого предмета. Такого рода селадоновые изделия с ажурными стенками известны в Китае с периода Сун, до X и XIII века. Изделия этого времени считались верхом совершенства, однако их изготавливали и позднее. Так, эрмитажный образец относится к периоду Мин. Внешняя и внутренняя вазочки покрыты глазурью одинакового тона, и вся она восхищает нежностью, тонкостью и ясностью линий. Трещинки на поверхности глазури этой вазочки созданы специально – в европейской керамической традиции они носят название Кракле. Этот эффект создавался путем наносения нескольких слоев глазури. Нижний слой глазури после обжига подвергался резкому охлаждению. В результате разницы температур возникала хаотическая непредсказуемая сетка трещин, которая украшала поверхность изделия. Вторая ваза создана в период династии Цин. На донышке этой вазочки можно увидеть марку, состоящую из шести иероглифов, выполненных под глазурным кобальтом. Иероглифы переводятся как «Великая Цин. Период правления Цинь Лун». Наличие данной марки и высочайшее качество изготовления этого предмета свидетельствует о том, что он был выполнен в императорских мастерских, лично для императора или августейших особ. Цинь Лун — это девиз правления четвертого императора династии Цин, который правил почти 60 лет. В сферу его интересов входило собирательство предметов старины. Увлечения императора были настолько сильны, что это отразилось и на современных ему изделиях. Так в столице фарфорового производства Китая, городе Циндэчжэнь, который является его столицей и поныне, изготавливались изделия из фарфора, вдохновленные ранней бронзой и керамикой. И мы с вами можем видеть именно тот предмет, которым был вдохновлен этот сосуд. Однако вкусы цинского двора требовали новой трактовки копируемых предметов. Особая роль в этом принадлежит знаменитому китайскому художнику-керамисту Тан Ину. Он работал в печах Дзиндзяне в течение 20 лет. Под его руководством фарфор, изготавливаемый для императорского двора, достиг невероятного совершенства, которое оказало влияние как на китайскую керамику, так и на изделия западных стран. Уникальные технологии, созданные Тан Ином, вызывают изумление и поныне. Первое упоминание об ажурных вазах относится к 1742 году, и уже тогда Тан -то Ин в своих письмах императору оговаривал особенную трудность их изготовления. Особенностью цинского сосуда также является внутренняя ваза, которая располагается под ажурными стенками. Она украшена сложным, тонко выписанным рисунком кобальтом. Однако насладиться узором этого внутреннего сосуда можно только взяв предмет в руки и прокручивая его так, чтобы сквозь селадоновые стебли можно было рассмотреть цветочные орнаменты синего цвета. На экспозиции витрине увидеть этот узор невозможно, поэтому сейчас у вас есть удивительная возможность рассмотреть его внимательно. Конечно, вызывает вопрос, каким образом эти вазы с такими не схожими техниками декора помещены одна в другую. Такие секреты оберегались мастерами дзиндидженя, -Дзин однако при тщательном изучении предмета на внутренней поверхности ажурных стенок удалось заметить линию стыка, которая и приоткрывает завесу того, как эта ваза была сформована. Сначала делали внутреннюю вазу, подсушивали ее, расписывали кобальтом и глазуровали. Отдельно формовали внешнюю вазу. И пока фарфор еще не подсох, разделяли ее на две части по центру. Вазу с кобальтовым рисунком помещали внутрь. Разделенные части внешней вазы соединяли, пока еще мягкая фарфоровая масса позволяла это сделать. И линию стыка аккуратно затирали. Далее внешняя ваза покрывалась селадоновой глазурью, и все изделие подвергалось обжигу. Стоит отметить, что подобные сложные вазы, изумляющие своей мастерской формовкой, изготавливались и в более сложных декоративных решениях с сочетанием полихромных и монохромных техник росписи. Таким образом, в коллекции Эрмитажа есть две вазы, поражающие своим технологическим мастерством и рассказывающий нам об особенном отношении в китайской культуре к своему прошлому.